Привет! Это канал «Письма со всего мира». Ну что, откроем это письмо из США. Обратные расходы оплачивала. И это письмо из театра. Очень ждала его. Уже остальным этот актер, ну, всем буквально ответил. И только вот мне наконец-то пришло письмо. Единственное, что меня, наверное, расстроит, это то, что автограф будет неименным, скорее всего. Видите, я даже не вскрывая письмо, уже, в принципе, могу вам что-то сказать, потому что смотришь по ответам и понимаешь, что, ну, у тебя так уже не будет, если тебе письмо пришло самое последнее, потому что уже в последнем, вот какие автографы приходили, то там актер просто чисто подписывался. Ладно, что-то много болтаю уже. Бен Маккензи, скорее всего, там, ну, по марке... Догадываюсь, и по срокам ответов, я думаю, что там он. Да-да, ребят, ну, видите, чутье коллекционера уже, когда получаешь конверты, когда уже отмечаешь, уже понятно, ага. Так, ну... Ну... Мне нравится, как он подписал. Пусть не именное, но... Так, на обратной стороне ничего. Итак, встречайте актера Бен Маккензи, главная звезда сериала «Готэм». Играет Джеймса Гордона, детектива. Со съемочной площадки, по-моему, он не отвечал сериалам. Другие отвечали, он не отвечал. Но он начал отвечать из театра. И как раз-таки этот ответ из театра. Я взяла два промо из сериала. На одном вот здесь он такой, и он подумал, возможно, что фото темное, и подписался серебряным маркером. Ну, вроде бы не стирается, нет. Посмотрите, вот так вот выглядит его подпись. Так, ну, мне он тут нравится, такой брутал. А вот вторая фотография. Он подписался черным маркером, и вот такая подпись. Тоже мне нравится эта фотография, хотя тут и TV Line эксклюзив, но ладно уже. Ждала его, честно, хотела автограф. Ну, конечно, мне бы хотелось именной, но спасибо, что так. Конечно, он подписывал и писал даже немножко пожеланий первым, которые ему отправили. Хотя я тоже отправила рано достаточно. Ну, никогда не угадаешь, какое, ну, как твое письмо там передадут актеру, и когда он подпишется, и... В целом, будет ли он отвечать? В любом случае, мне очень нравятся театры, потому что есть актеры, которые не отвечают из агентства и спасают театры и съемки. Съемки в меньшей степени, но театры это просто как, блин, это как божья роса. Честно, потому что, ну, столько крутых актеров ответило с постановок, и, ну, просто. Так и хочется писать и писать в театры. Ну, бывают, да, конечно, те, которые не отвечают, но их можно словить на следующей постановке, если они зачастили. То есть, например, Том Локи, вы знаете, он где-то с 2 или 3 постановок не отвечал, а с последней резко начал отвечать. То есть, ну, как такое? Вот. Но хорошо, что начал отвечать, правда ж? Довольно, что Бен ответил. К сожалению, больше его проектов не видела. Наверное, все-таки надо это упущение исправить. Но в Готэме он классный актер, и персонаж у него суперский. Поэтому адрес, по-моему, уже, к сожалению, закончился. Но если актер сыграл один раз в спектакле, то он вернется еще на сцену Бродвея. Я более чем уверена. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу. Всем пока!